Март в России принято считать четвертым неофициальным зимним месяцем. Снег тает неохотно, заморозки случаются весьма суровые. И все же дачники с упоением готовятся к приходу весны. Планируют не только огородные работы, но и отдых. Например, один из самых популярных видов дачного праздника – шашлыки. Согласитесь, что самое уютное и удобное для них место – это беседка для барбекю. Какую выбрать, расскажем в этом выпуске. Самый простой вариант – летняя беседка из пластиковых труб. Собирается каркас и завешивается непромокаемым материалом. Правда, разместить внутри мангал уже не получится по соображениям безопасности, а вот спасти гостей от дождя легко. К тому же такую беседку вы соберете самостоятельно за один день. Можно даже вывозить ее на природу. Далее варианты чуть сложнее, однако более основательные. Например, деревянная ротонда. Сооружение без стен с куполом на колоннах. Проемы обычно завешивают шторами или заматывают плотной пленкой. В пользу такой беседки говорит то, что построить ее можно за несколько дней. Здесь не нужен глубокий фундамент, поскольку конструкция легкая и возводить ее допускается на любых грунтах. Те, кто живет в собственном доме или владеет теплым дачным домиком, предпочитают конструкции на века, а именно кирпичные основательные сооружения, где можно шашлычить круглый год. Это заметно дороже предыдущих проектов, но перестраивать или чинить после долгой зимы такую беседку точно не придется. И здесь понадобится серьезный фундамент, чтобы основная стена выдержала натиски ветра, снега и дождя. Барбекю можно встроить в центральную часть стены или, например, сбоку, и тогда получится угол, защищенный от сквозняков. Кирпичная зона барбекю – идеальный вариант летней кухни, особенно если встроить двухуровневую печь, чтобы и варить, и запекать одновременно. Прекрасное решение для северных регионов России и просто для ветреных районов – финский домик. Это застекленная уютная беседка, чаще всего из дерева, центром которой является мангал с мощной вытяжкой, а по кругу располагаются удобные широкие лавки, покрытые мягкими одеялами. Летом двери можно распахнуть, и зимняя гриль-станция превратится в место для посиделок на свежем воздухе. Важно правильно выбрать место для беседки. Чтобы в вашем доме после каждого барбекю не пахло, как в колбасном цехе, расположите строение там, где ветер дует в противоположную сторону от дома. Помните и о пожарной безопасности. Всегда выбирайте для постройки негорючие материалы или специальные антипереновые пропитки. Пол в беседке делайте цементным, гранитным или мраморным, поскольку даже самый крепкий и правильно пропитанный деревянный настил может прожечь упавший уголек. Выбор печей и мангалов для беседки – задача непростая, но выбор, к счастью, огромен. Для легких маленьких строений подойдет отдельный переносной мангал. И это даже лучше, ведь в хорошую погоду жарить мясо приятнее на открытом воздухе, а беседку не придется отдраивать от копоти и жира. Да и сам гриль в данном случае намного легче. В кирпичных и финских барбекюшницах используют стационарные мощные печи. Они защитят беседку от копоти благодаря вытяжке. А съемную решетку легко отмыть специальным раствором. Приятного отдыха и аппетита!